Всем троллям привет. Вы хотели и добивались, чтобы я снял про вас видео. Я сказал, сдержал слово, я это и сделаю. Вы меня часто задаете такой вопрос. Если мы такие хорошие и полезным делом занимаемся, то почему вам бы не помочь собрать мусор на Мездахе? В своих видео я употребляю такие фразы, что мы помогаем бабушкам, дедушкам, малоимущим семьям. Так вот, в своем видео я хотел показать себя с хорошей стороны, чтобы вы наконец перестали меня обсуждать, а занялись делом, посмотрели, что мы хорошего делаем. И, кстати, берите с меня пример. Всем пока-пока. С нами 3 недели назад произошел уникальный случай. Во мне открылся дар предвидеть будущее. Мы ехали на съемки в Майкоп для очередного видеоролика. Вечером в субботу у меня треснуло зеркало и разбилось. Я человек несуверный, в приметы не верю, но после этого случая начал верить в приметы. Разбилось зеркало. А это означает, что на следующий день мы, поехав в Майкоп, в маршрутке забыли монопод. Слайдер. Кстати, очки мои от Григория Лепса. Сегодняшнего дня потеплело заметно на улице. Я не мог обратить внимание на это событие. И давайте-ка посмотрим, что же произошло сегодня с повышением температуры воздуха. И посмотрим, сколько сейчас градусов. Пойдем понаблюдаем. Поехали. Плюс 15 градусов на улице. Прям как весной запахло. Хотя на улице еще осень. Вот-вот передаст свои права зиме. Сам шито жил. Как почувствовал весеннее тепло. Цветок. Наверное... Не было такого тепла давным-давно, может быть, лет 10 назад было такое тепло. Я помню, в феврале мы даже в одних футболках бегали по лесу, несмотря что еще была зима. В следующем видео мы продолжим наблюдать за простыми вещами. Подписывайтесь на наш видеоканал в YouTube, заходите на наш сайт swipevideo01.rf, заходите в мой раздел Дмитрий Тюняев, добавляйтесь в наш чат, смотрите, следите за нашими новостями. Ваш Дмитрий Тюняев, пока-пока.